Вот, мы сейчас тут сидим в Австрии, с одним день рождения, мамка тоже какую-то мобилу крутит, по-моему. И у меня вот такая шапочка, и там еще рынок виден, по-моему, вон. Еще виден рынок, и всякие красивые домики можно посмотреть. Сидим тут, конечно, какой-нибудь позорный иногда. Можно еще рынок увидеть, тут там и люди какие-то стоят сзади меня. Шапочка вот такая красивая, модная такая, плюшевая, прикольная. Очень модненькая шапочка. Вот, тут можно еще рынок увидеть, такой красивый, с палатками всякими. Бабушкина мобила звонит. Звонит бабушкина мобила. Вот мы сейчас тут сидим, в красивом рынке. Можно рынки, палатки видят, красивенькие. Люди там есть, я пока не вижу. Красивые рынки, палатки, модненькие такие. Деревья вот они стоят еще. Вот, мы купили вот такие сладости на день рождения. Рахат-лукум почему-то не нашли. Турецкий такая сладость, которую султан для своих жен делал. Султан для своих жен делал, не делал, а ему, как сказать, предложил бейкер, как его, предложил для своих жен, и это королевственная еда. Хат-лукум, вот, не нашли, зато купили вот эти вкусненькие, красивенькие, модненькие печенье, сладости тут. Ой, прикольненько. Вот, сегодня такие ботиночки одела, красивенькие. Модненькие вот такие ботиночки. Красивенькие такие. Сидим сейчас в Австрии. Рынок еще, по-моему, надо снять. Вон там палата стоит. Такая красивая зеленая и синяя палаточка. Вот тут еще есть лестница. Красивая такая лестница. Небо надо снять еще красивое. Мы еще на рынке сидим. Там сзади люди видно, конечно. Ладно. Вот, шапочка такая красивенькая. С блестками можно увидеть, по-моему. Там уже закрыли, по-моему. Красивые, как его, закрыли. Как называется-то? Фонтан закрыли. Зеленая такая покрывалка. Зеленая покрывалка, прикольно, да? Вон там уже видно сзади меня, что кто-то убирает свои палаты. Убирает свои палаты. Вот мы тут еще. Какие-то. Вот мы сидим домой пока. Тут еще в Австрии, по-моему. Наверное, тоже она как-то коррегирует. Не знаю. Что мамашка худой выглядит. Вот мы идем мамашка в город, маленький такой. Хуже, это самое, ну, худее выглядит, как сказать. Стройнее стало выглядеть. Наверное, тоже как-то телефон настраивать, что. Ну да, что можно все выглядит настраивать. Или выкиван, или еще и что-нибудь. Нет. Вот мы сюда идем. Наверное, как-то телефон настраивать тоже. Идем вот сюда. Не кажется, с этим телефоном. Мне кажется, можно настраивать так. Ну, класс. Это что, саможидие? Да. Могу музыку поставить, чтобы слышно не было. Я могу вообще звук убрать. Вот мы идем сейчас. Там магазин виден, пару машин видно. Кусты красивые такие. Вот мои ботиночки такие красивенькие. О! Алло!
Вот мы уже идем к остановке, чтобы перейти дорогу. Вот машины всякие едут. Красивенькие, модненькие машины едут. Вот они. Идем на дорогу. Тут есть Райффайзенбанк. Вот, сейчас перейдем дорогу. Модно перейдем сейчас. Машины всякие красивые стоят тут. Смотрят на нас, наверное. Сейчас перейдем. Вот ботиночки мои. Побежали через дорогу. Потому что больше нет у нас ботиночек. И мы пойдем сейчас обратно домой. К машине пойдем вон там. Машина где-то должна вон там стоять у нас. Далеко, конечно, наверное. Вот, можно увидеть. Что-то можно увидеть. Красоту такую. Пойдем сейчас туда. Сейчас мы пойдем. Сюда пойдем. Все, я пошла, пока. Тут, конечно, красивые всякие ягоды всегда растут. Летом можно тут смородину или клубнику, которая вообще-то из леса принадлежит. Вот. Всякие кусты. Тут всякие кусты есть. Вот. Машины всякие тут есть. Стоят вон там возле магазина. Вот можно еще березочки красивые такие увидеть. Ой. Красиво, да. Модненько. Чао.